Салют, три вида тортика. Это Астана Идеал и Астана 1. Здесь чародейка 2, вот черная. Это немножко у нас осталось с Туркестана ассорти. И сверху вот поливка розовой узбечкой. Первая печенька. Вторая печенька у нас розовая, вот это северное сияние, и вот здесь у нас верхняя часть зеленая узбечка с голубой и Туркестаном перемешку. Третья печенька у нас вот, зеленовато-серого цвета с посыпкой ассорти. Это Туркестан серый. Вот так. Поехали. Посыпку ассорти так покушаем. Остальное с кремом. Жидца серая будет, крем сверху. Она очень вкусная. Получилось прям от души крем. Но цветом похожие. Так.
чуть жидкий, поэтому не могу полностью показать.
не ела до конца, так как она уже влажная, не хрустит. Высушится, потом уже покушаем. Пока.